Всем привет! Вы смотрите реалити-шоу 5XL на Первом городском. Я Толстяк Николай, и как вы уже, наверное, знаете, я поставил перед собой цель сбросить собственный вес со 137 кг до сотни всего за 6 месяцев. За предыдущие 6 недель мне уже удалось преодолеть отметку в 130 кг на наших весах. И сегодня, как Геракл на свои подвиги, я отправляюсь в фитнес-клуб SkyFit по адресу Вильямса 68-1. Именно здесь пишется легенда Толстяка Николая. Фитнес-клуб. При упоминании о нем у многих возникают ассоциации. Тяжелый спорт, страшные даже на вид тренажеры, пот и железо. Ваш путь к здоровью не обязательно должен быть тяжелым. Спорт может нести радость. Система фитнес-клубов SkyFit – то место, где вы будете чувствовать себя легко и непринужденно. Главное отличие клуба – все сделано для комфорта и удобства посетителя. Абсолютно иной, душевный подход клиента. Вся серия тренажеров разработана и изготовлена по индивидуальному заказу. Здесь все, от логотипа у входной двери клуба до дизайна интерьера, направлено на одно – сделать посещение полезным, легким и воздушным. Воздушным, как небо, полезным, как фитнес. 49 дней проекта 5XL. Толстяк Николай худеет не по дням, а по часам. По часам он ест, спит и тренируется. И согласитесь, результат отменный. За время с момента запуска нашего реалити-шоу Толстяк Николай уже похудел на 7 кг 100 грамм. Ежедневные занятия несут свои плоды. Какими они будут на этой неделе, увидим в этом выпуске. Мне некогда, я слишком занят. Или еще одно. Я много работаю и ужасно устаю. Вот следующее. Спортивные клубы и работа с тренером – это же очень дорого. Вот такие есть отговорки. Заметьте, он есть практически у каждого из нас. И именно он не хочет меняться. Старый, злобный, толстый негодяй. Ну, положи, где взял. Да ты просто лентяй. Хочешь остаться таким до конца дней своих? Погода ему не та, снег и гололед. А ну вперед из песни, живо в зал. Я в тебя верю, мой толстяк. Вера в себя – это тот огонек, который должен поддерживать и подталкивать на всем пути к заветной цели. Однако зачастую оказывается так, что вы остаетесь в гордом, но в бесполезном одиночестве. Хорошо, если рядом с вами окажется опытный тренер, который поможет разобраться в том ворохе и возможной информации, которую вы встретите на своем пути. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, наш толстяк Николай, помимо тренировки, посетил сегодня групповое занятие по направлению «Разумное тело». В кругу единомышленников и работать над собой было легче, и расслабиться. Делаем глубокий вдох, максимально глубокий, чтобы аж раскрылась грудная клетка. Медленный выдох. Вы уже находитесь не в спортивном клубе SkyFit. Вы же каждый плавно, с каждым вдохом переноситесь в место, где вы наиболее счастливы. Развернем ладони кверху. И почувствуем, как у нас в ладошках появляются два небольших теплых камушка. Делаем глубокий вдох. И медленный выдох. С каждым выдохом все наше тело расслабляется все больше и больше. А камни становятся все горячее и горячее. Садимся на ягодицы, не открывая глаз. Делаем глубокий вдох. Медленный выдох. Хлопаем в ладоши. Открываем глаза. Помимо всего прочего, очень полезно оказаться в среде соратников. И не просто потренироваться, чтобы там показать, какой ты мощный и сильный, но и пообщаться. Поделиться опытом и заботами, пережитыми волнениями и тревогами. Порой это так же важно, как и соблюдение режима тренировок или диеты. А кто сможет тебя понять лучше, как не человек, который сам через все это прошел? Или идет, а может быть, только будет идти.
Вот и я нашел таких понимающих друзей и единомышленников. И вот поделись вот этими негативными эмоциями, если они были. Оставь их здесь, пожалуйста. Что я не смогу достичь результата. Да, или какие-то страхи, переживания, вот что-то такое. Я хочу, чтобы ты, входя в этот кабинет раз в неделю, все это здесь оставлял и шел на позитиве туда. Да нет, было не так. Было приблизительно следующее. Я сейчас съем, а потом быстренько за два дня, пока Ира не видит, я успею это делать. Не получилось, было такое, не сработало. Не проканала, Ира заметила. А потому что не успел. Я потом только уже, когда она мне объяснила, что ты все равно не успеешь, потому что ты съешь вот столечко, но то, что тебе нельзя, а оно потом два дня будет только копить. Боже, у нас мирал всех, а мы следим на путь. Девочки, так я-то этого не знал, я-то не видел, на ком испытывать. Чтобы вы понимали, что в принципе ваше горе не единственное на свете. Для этого и нужна группа, чтобы вы, общаясь с другими людьми, понимали, что на определенном этапе вы все испытываете абсолютно одинаковые синдромы. Сейчас еще один такой момент. Я себя словил на том. Я определил, почему я хочу на весы становиться. Я на весы хочу стать не из-за того, что я увеличил вес. Не из-за того, что я хочу увидеть, что он уменьшился. Мы говорим о том, что у каждого из вас на каком-то определенном этапе всплывает какая-то проблема, ну не люблю слово проблема, какой-то барьер. И вы не должны стесняться с этим барьером идти ко мне и идти друг к другу. То есть вы есть не только я, есть команда, да? И этот барьер мы должны преодолевать вместе. Естественно, что после такого положительного заряда эмоций, ну просто хочется взять и полететь. Однако перед тем, как лететь, предстоит еще немало похудеть. И я, не сворачивая в сторону, иду к намеченной цели. Ну что, Коль, учитывая, как ты работал, я думаю, что сегодня ты меня очень порадуешь. Вот честно, прям вот внешне вижу изменения и думаю, что весы нас тоже очень обрадуют. Это тоже весит. Да, это тоже весит. Давай, ты готов? Я пытаюсь. Ты настроен? Ты морально готов? Ну, давай. Ммм, 127-800. Итого 127-800. А это значит, что Николаю удалось похудеть за последнюю неделю на 2 килограмма 100 грамм. И это отлично, потому что у нас наконец-то пошел активный период сжигания. И наша задача сейчас с тобой, Коля, какая пока идет, делать? 123. Ну, отлично. 123. Две недели назад у тебя было на 3,5 сантиметра больше. А хочешь, я тебе покажу штуку одну классную? Давай мы возьмем твой низ живота. 135 сантиметров. Отпусти. 135 сантиметров. И обхватим тебя на этот объем. И ты посмотришь, насколько ты уменьшился. 135. Коль, ты был вот такой. Две новые дырки в бревне. Молодец. Все, больше внимания я уделяю тренировкам. Практически все свое свободное время провожу в фитнес-клубе. И сейчас я хочу вам сказать, не теряйте зря времени. Присоединяйтесь к нашей команде и не слушайте никаких отговорок. YoLife Project – это ряд уникальных обучающих программ, благодаря которым вы уже после первых занятий начнете жить в стиле фитнес. Это новый стиль и образ жизни, а не банальная система похудения. YoLife Project – это персональные тренинги и диетология, групповые занятия, индивидуальные программы, группа психологической поддержки. YoLife Project – вы не одиноки в своих стремлениях и идете к цели со своими единомышленниками. В течение 6 месяцев вы будете заниматься с опытным куратором, который является не просто тренером, а сам изменил свою жизнь и искренне болеет за ваши результаты. YoLife Project – это своеобразный клуб по интересам для состоявшихся и уверенных в себе людей. Только здесь вы можете получить письменную гарантию результата. YoLife Project оглашает новый набор уже 16 февраля. Начните свой путь к новому телу. Узнайте, как стать участником проекта всей вашей жизни, позвонив по телефону 775-13-13. Встали, почувствовали носочки,
походили, потоптали, сделали массаж стоп, на носочки, да, встали, перекатились на пятки, на носки, сделали вращение руками. Раз, два, три. И в другую сторону. Раз, два, три. Вывели руки вперед, кисти. Раз, два, три. И в другую сторону. Раз, два, три. Развели руки. На этой неделе мы посвятим наши нагрузки, атлетической нагрузке и растяжке. Для этого было специально разработано направление «Разумное тело». Сюда включены элементы йоги, пилатеса, дыхательной суставной гимнастики. Здесь включено так называемое «фитнес-медикал», то есть упражнения для здоровья спины и суставов. Все это позволит нам сменить нагрузку с более агрессивной на более мягкую. Это позволит нашему организму успокоиться и спокойно продолжать терять вес дальше от другой нагрузки. Коль, встали. Еще раз вдох. И выдох. Даже невзирая на то, что йога известна не одну сотню лет, однозначного мнения о ее полезности нет до сих пор. Однако неоспоримые плюсы очевидны и вроде бы доказаны. Йога способствует снижению частоты пульса и нормализации функции желудочно-кишечного тракта. Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшается сон. Помимо этого снижается общий уровень холестерина, увеличивается гемоглобин, а также количество лимфоцитов. Итак, Коль, сейчас мы с тобой будем пытаться садиться в полулотос, а потом уже и в лотос попозже, да? Наша задача просидеть минуту на одну ногу, минуту на другую. Кладем ногу, какую тебе удобно сначала. Какую тебе больше нравится, такую ты кладешь сверху, не давишь и стараешься максимально расслабиться в этом положении. Следует быть осторожнее в занятиях йогой. Медики предупреждают, что подобные упражнения могут привести к сильному растяжению мышц. Следует поберечь связки, которые устроены так, что без разрывов они не могут растянуться. Все это может привести к травмам опорно-двигательного аппарата. Консультируйтесь со своим врачом. Я рекомендую всем, в том числе и вам, телезрители, пробовать выполнять эту простую асану каждое утро, начиная с каждой ноги по 30 секунд и продлевая это время до минуты. В таком случае вы защитите свой голеностоп в будущем от травм. Особенно это касается девушек, которые любят ходить на высоких каблуках. Это я умею. Я позу воина. Ого! Нет. Я начинающего воина. Мы встали, сделали глубокий вдох, выдох, перенесли ногу вперед. Плавно, очень плавно опускаем руку сюда, к стопе. И выводим взгляд на большой палец руки левой. Поднимаемся плавно. Делаем вдох. Коля, на лице радость и легкость. Инструкторы по йоге утверждают, что самыми травмоопасными асанами, так стоит правильно называть упражнения, являются наши березка и стойка на голове. При их выполнении нагрузка приходится на шейный отдел позвоночника. Также они чреваты нарушениями зрения из-за лишнего притока крови к глазам. Выполнять эти асаны можно не раньше, чем через 3-6 месяцев регулярных занятий йогой. Не пытайтесь, пожалуйста, самостоятельно повторять подобные асаны. Такое можно делать только в присутствии опытного тренера, который постепенно, пошагово, как мы с Колей, научит вас делать такие вещи. Также достаточно опасны для вас различные стойки на голове и березка. Не старайтесь повторять это самостоятельно. Вы можете делать то, что делал Николай, постепенно укрепляя мышцы шеи и позвоночника. Но следующие шаги лучше делайте под присмотром. Мы поднимаем одну ногу, делаем цаплю. Раскрываем руки. Давай немножко позицию сменю, да? Раскрываем руки и воображаем себя танцующей цаплей. Мы стараемся плавно повернуть сначала одно крыло. Давай, расслабься, пластика. Стараешься сделать наклоны, но все это стоя на одной ноге. Можешь выйти в ласточку. Я все-таки очень большая цапля. Не очень грациозно. Поверти ногой туда, сюда. Цель – баланс. Подключаем глубокие мышцы кора. Танцуем. Чтобы легче было держать равновесие, обрати внимание на одну точку на полу. И смотри в нее. Моя цапля хорошая. Молодец. Вдох. Цапель.
Цапель. Выдох. И опускаемся на пол. Вот после часа таких упражнений, которые, по сути, достаточно легки для индийских факиров или моего куратора, начинаешь осознавать, почему среди индийских йогов нет Толстяков Николаев. Вы сами можете попробовать и на себе все прочувствовать. Но не забудьте проконсультироваться со своим врачом или тренером. На этой неделе вам, как и Николаю, я рекомендую сменить нагрузку с более интенсивной на более спокойную. Дать организму возможность получить немножко растяжки и статической нагрузки. Хочу предупредить, что любые асаны, которые вы можете найти в интернете или увидеть сегодня у нас, вы должны выполнять только после тщательной разминки суставов. Эта суставная гимнастика несложная, и вы с легкостью повторите вместе со мной. Разводим руки, вдох. На выдохе опускаем уровень до уровня плечи. Делаем вращение в локтях по 3 раза в каждую сторону. И в другую сторону. Раз, два, три. Также мы разминаем кисти. Раз, два, три. И в другую. Раз, два, три. Разводим руки в сторону, стараемся поднять ногу. Если тяжело, можете придерживаться за какой-либо предмет дома. И делаем вращательное движение бедром. Раз, два, три. И в другую сторону. Вдох, вдох, выдох. Три. Потом вы также можете сделать вращательное движение носком, чтобы предотвратить травму в голеностопе и в ступне. И в другую сторону. Раз, два, три. Проделав такую разминку на каждую сторону, многие мои подопечные жалуются, что они уже устали и что это достаточно тяжело. Не спешите, не пересиливайте себя. Проделайте разминку, отдохните и спокойно перейдите к следующим простейшим асанам. Вы видите, ничего сложного в этом нет. Вообще методика Life Project подразумевает, что весь процесс похудения и вхождения в здоровый образ жизни должен быть мягким, приятным и легким. Я хочу пригласить вас 16 февраля на бесплатный семинар от проекта Your Life Project, где вы сможете познакомиться со мной, с Николаем, увидеть людей, которые уже прошли этот путь от начала до конца, тех, которые сейчас находятся в проекте, и восхититься их результатами. Также зарядиться потрясающей энергетикой и мотивацией. Записывайтесь на этот семинар по телефону, который видите ниже. Я буду рада вас видеть. Сегодняшний тренировочный день подходит к концу. Мой вес был зафиксирован, представьте себе, на отметке 127,8 килограмма. Словами передать не могу, насколько я рад. И сейчас хочется поделиться некоторыми своими наблюдениями. Во-первых, утренняя гимнастика. Всего 15 минут упражнений и заряд бодрости не сравнится даже с утренней чашкой кофе. Удели хотя бы четверть часа тому, чтобы хорошенько размяться перед работой. А еще лучше сделать утренние кардиоупражнения. В то время как вы спите, организм обычно истощает запасы сахара. Так что главным источником энергии является подкожный жир. Как раз поэтому отдача утреннего кардио очень высока. Конечно, чтобы успеть на работу, придется встать немного раньше обычного, но эффект того стоит. Во-вторых, прогулка перед сном. После ужина очень полезно прогуляться, в особенности, если вы переели даже салатом, вот как этот деятель. Выберите дистанцию такую, чтобы пройтись минут 30. А если вам повезло и зал недалеко, то можете 20 минут потратить на велотренажер. Итак, если вы умудрились переесть даже салата, как говорил Николай, в таком случае я вам не рекомендую прям сразу на полный желудок бежать и делать активную кардионагрузку, так как это может помешать перевариванию данного продукта, ничего хорошего из этого не выйдет. Все-таки хотя бы полчаса, час необходимо подождать, а уже затем, после прогуляться или сделать небольшую кардионагрузку. Во-первых, это хорошо повлияет на пищеварительный процесс, это сожжет лишние калории, а также вы будете сладко спать с чувством выполненного долга. На сегодня все, и почему-то вспомнилась одна умная мысль. Не надо бояться идти по сложной дороге, там встречается меньше всего соперников. У нас на пути наши конкуренты – это мы сами. Верим в себя, уж с кем, а с собой мы точно справимся. И вы уже знаете почему, потому что толстяки могут все. Увидимся на следующей неделе уже на Первом городском. Лучший спортивный клуб города. Уже открыт!
SkyFit. Вильямса 68/1.